Сегодня муниципальный конкурс «Велородео». Традиционный конкурс, который проводится шестой год. Ребята показывают умение вождения, фигурное вождение велосипеда. Все ребята показали хорошие навыки вождения. Отрадно отметить, что и девочки не отстали от мальчишек. Это хорошо. Организаторы ГИБДД и Центр детского и технического творчества с отделом образования городского округа. Уже стало доброй традицией, что год подряд мы проводим этот конкурс, называется он «Велородео», совместно с Центром детского и технического творчества, отделом ГИБДД. Организовываемся, проводим для детей такое мероприятие. Дети показывают свои навыки вождения велосипедом, приучаем их к спортивному образу жизни. Данная традиция будет продолжена, но это является данный конкурс одним из этапов, получается, подготовки к областным соревнованиям, когда юные инспекторы движения из школ показывают свои навыки вождения велосипедов, потом будет у нас экзамен по правилам дорожного движения, и весной будет уже, получается, проводиться юдовский марафон. Соответственно, лучшая команда у нас поедет на областные соревнования.